Без талона и томительного ожидания в очереди. Проверка здоровья работников Алтайского завода прецизионных изделий проходит прямо на производстве. Уровень холестерина, сахара и глюкозы, артериальное и внутриглазное давление, состояние полости рта и работы сердца, индекс массы тела, объем и возраст легких. Комплекс мобильного обследования приличный. Это все-таки наши люди, значит, без которых, в принципе, производство работы не может. Вот это специалисты, они в своем роде тоже уникальны все, поэтому все-таки сохранение здоровья работников нашего предприятия – это первоочередная задача. На заводе работает более 1300 человек, значительная часть – женщины. Благодаря программе, которую разработали в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики, у прекрасной половины есть возможность пройти и узких специалистов – гинеколога и маммолога. Это получается без отрыва от производства. Я могу позволить себе без всякой записи, без очереди пройти ту процедуру, которую мне необходимо пройти. В больнице это сделать сложнее намного. Или платно, или долго. А здесь, пожалуйста, приехали, прошла и все, и спокойно. Кроме того, у заводчан есть возможность пройти флюорографию, посетить диетолога и психолога. На обследование сотрудников одного производства выделяется больше недели, по 40 человек в день. К слову, тех, у кого выявили какие-либо нарушения, оказалось немало. Каждый пятый практически направляется. Каждый пятый. Или давление, или внутриглазное, или холестерин, или глюкоза, избыточная масса тела. По сердцу, может быть, аритмия, ашемия, ишемия у человека, курение. То есть практически каждый пятый. После скрининга такие пациенты направляются в поликлинику по месту жительства на дополнительное обследование. В ближайшее время комплексную диагностику проведут и на других предприятиях города, а также в высших учебных заведениях. София Ценкова, Вадим Быстревский, «День с толком».